Всем привет из Крыма! Привет, друзья! Мы сегодня приехали, как вы и просили, конечно же, на бал «Хризантем». На ежегодный. Традиционный, который проходит с 1953 года. И этот год мы тоже не могли пропустить, поэтому для вас сегодня бал «Хризантем 2020». И рекордное количество «Хризантем». Представлены более 500 сортов. Нет, 500. 500. Представлены, да? 500 сортов. Да. И крупно, и мелкоцветковых, и бордюрных, каких только там нет. Сегодня будет максимально красивое видео, максимальное количество цветов. Пожалуйста, смотрите внимательно, выбирайте свою королеву и принцессу, потому что вы сможете за них проголосовать по ссылочке, которую мы оставим на сайте НБС. Потому что выбор теперь можно и онлайн. Как помните, мы с вами выбирали генерала Тюльпана. Вот таким же способом можно выбрать сегодня и хризантему королеву. Ладно, поехали. Пойдем. Посмотрите, как шикарно украсили клумбу возле здания, возле бассейна, так сказать. Такая плотненькая, пушистая, красивая. Интересная. Друзья, мы максимально тянули время для того, чтобы успели распуститься максимальное количество хризантем. Посмотрите, мы приехали как раз вовремя. Мы специально не спешили, чтобы показать вам вот этот вот просто бум. Мимо хризантем сейчас цветут еще и юки, и розы. По возможности все вам покажу. Здесь сектор паучков. Вот сейчас стою рядом с малиновым паучком. Предыдущий был розовый, и дальше за ним поле золотой паучок. Представляете, какие они милашки, как их много здесь. Красавцы. Это розовый паучок. Я вот в таком состоянии, в таком вот пышном, огромном количестве цветов я, наверное, никогда не была. Вот это сегодня именно тот день настал, называется. И, кстати, тут такие сейчас ароматы стоят, я просто в шоке. Здесь у нас два синих вальса. Это первый с розовинкой, и за ним желтенький. А, Вячеслав, попался. Квинси Вестоса. И челка сидит. Вы знаете, как выглядит крымская осень? Вот так. Это Везувий, смотрите, какой красивый. С ресничками.
Так, красавчик Фиолент. Красавец Шик Рейнбоу. Прям готовый букет уже. Ух ты, моя красавица прилетела попить нектар. Ну, вкусная, говорят, да? Все сюда толпой. Это у нас Эннесси Уайт. Осенний вальс. Эннесси Ред. А это Пип. С такими черточками на каждом листочке. Прикольно. Спира Пинк. Серединка, смотрите, желтая. А потом раскрывается вся розовенькая. Кисло, я тут над вот такими красивыми хризантемами. Называется название «Крымское утро». Не зря. Смотрите, а это называется «Сказка». Какая она закрученная, интересная. Этот сорт «Ласточкино гнездо» называется. Их облюбовали, смотрите, пчелки. Прям на каждом цветочке сидят. А в детстве мы называли это существо музыкантиками. Две желтые точечки. Типа они не кусаются. Порто Пепл. Шикарные. Они очень крупные, но вот такие, из-за того, что реснички длинные, такие выглядят очень шикарно. Этот сорт называется Джейд или Жади. Помните, сериал был? Клон. Так вот, там главную героиню звали. Эти хризантемки такие желтые с зеленоватым отливом. Вот, не знаю, как правильно читается, но у меня стойкая ассоциация с фильмом «Клон», точно. Кто смотрел фильм, ставим лайк. Сериал. Так, «Лавендер Квин». «Лавандовая королева». Вот так вот. У нас прошел дождик вчера, хороший, сегодня ночью, наверное, прошел, потому что капельки еще на некоторых цветах не высохли. И поблескивают тут мне в объектив. Очень интересный цветок, смотрите, принцесса Шарлотта называется сорт. Прям очень необычный, не знаю, меня он вдохновляет прям. Такой немножко кудрявенький сорт Пинкетта. Уже немножечко отцветает, наверное. Но пчелки его любят тоже. Так, а теперь очень маленький и скромный, но викинг. Видимо, в душе. Такие хорошенькие, пушистые, разве викинги могут быть такими милыми? Это самые милые викинги, которые я когда-либо видела. Очень интересное название. Темное пламя, мягкое золото. Что-то из китайского. Холао Цзиньхоу. Смотрите, как выглядит. Так, это у нас Анастейша. Всем Анастасиям большой привет.
Это у нас мираж. Это такие кудрявые макарошки. Название пока не нашла. Сыскала новиночку. Смотрите, бегущая по волнам. Беленькая, крупная. Фиджи Йеллоу. Энцет Дилана Роза. А, или Энцет Дилана Роза. Короче, не знаю, как правильно это дело читать. А вот это такое красивое рандеву. Просто обалдеть. Посмотрите, какая серединка. Так, смотрите, апельсиновый шар. Королева бала 2012, между прочим. Кстати, что называется, просто со вкусом. Очень красивый и милый цветок. Интересно, кто станет королевой бала в 2020? А знаете, почему это так вкусно выглядит? Да потому что это медовое лакомство сорт. Ну правда же вкусно. Это ялтинка. Как вы думаете, похоже на ялтинку? О, мы слишком загоревшие. Загорелая. Это у нас two-tone pink. Нет? Да. Two-tone pink. Сорт Валенсия. Красавица. А это у нас Дженни Ордж. И рядышком Дженни Пинк. Обворожительная Юнона. Это озорница. Если вы не бывали на других планетах, то тогда вот этот Меркурий как раз для вас. Как вам такой сорт? Внеземной. А рядышком можно отведать крем-брюле. Очень интересный сорт. Не знаю, что это. Растет вот одиночным таким кустиком. Но прям очень привлекает внимание. Необычно. Если кому-то не хватает солнышка, то вот я вам его дарю. В большом количестве. Похоже на солнышко? Это у нас красавица Puma Yellow. Есть точно такая же, но только Puma White, беленькая. Красавица. Это небольшие такие цветочки, да? Но очень милые. Mona Lisa Rose. Перед вами сорт Discovery. Очень необычный. Я вообще очень люблю зеленые хризантемы. Выглядят просто роскошно. Пико Экзота. Небесный туман. А такие миленькие маленькие капучинки, как вам? У них реально маленькие цветочки. Видите, мой пальчик. Такая маленькая головочка цветка.
сорт Садко. Осенний блюз. Так, Вестленд. И за ним White Star. Нежное прикосновение. Смотрите, какое оно милое. Сорт Аруба практически с меня ростом. Сорт Лекси. Сорт Айпетри я не могла пропустить, но он уже немножечко увядает потихонечку. Еще одна новинка. Селекция НВС. Память об Эльтигене. Аглая. Тоже новинка из селекции НВС. Какой красивый желтенький утенок. Этот сорт вообще, это новинка, которую еще даже не назвали. Она идет под номером А44. Здесь все еще безымянные сорта. Тут надо стоять часами выбирать, честно, я даже не знаю, успеем ли мы вам все показать. В общем, работа кипит. Спасибо НБСу за такую красоту. Каждый год добавляются какие-то новые сорта. А старые сорта нас радуют. Королева бала 2010 года. Называется Рефлекс. Чисто беленькая. А, это белый пудель, представляете? Я вообще эту породу собачек не люблю, но вот такого белого пуделя я бы с удовольствием завела у себя в саду, например. Дружок, я думала, где ты там мявчишь? Привет, пират! Как твои дела? Как ты тут? Дружище! Хризантемик! А это мой хороший пиратик, безногий. А это бигуди пёпл. Гилберт Лей Сильвер. Очень красивый и необычный. Бель Энн. Прекрасная Анна, да? А это сорт Иван Забелин. Помню очень хорошо его с прошлого года. Тоже мне очень запал в душу. Водевиль. Немножечко головушки склонил. Красносолнышко. Аленка Салмон. Мне вот этот очень понравился цвет, прям, ну прям за душу берет, не знаю. Daily Star. Ялтинская юбилейная.
Агава. Агава. Я еще розы хочу пойти посмотреть. Небольшой кофе-брейк, Вячеслав. Так заработали, что ж проголодались. Маффин с шоколадом. Два латте, два маффина, 440 рублей. Покажите, Вячеслав. Подогрели. Подогрели даже. Я поела, оказывается, у меня тоже хризантемка получилась. После кексика. Всем Алинкам привет, потому что этот сорт называется Алина. Он для вас. Мои любимые зеленые сорта. Anastasia Green. Еще одна из многочисленных селекций НБС. Крымская звездочка. Просто милота. Очень красивый, необычный сорт, вот по цвету, называется прибрежный песок. Ну, я так думаю, это скорее восточное побережье, в районе Керчи, да, такого цвета у нас там песочек. На прибрежный песок западного Крыма не похож, так что определяем это как керченский. Красное, белое такое одеялко воздушное из утреннего танго. Сорт Златоцвет. И еще один привет всем Людмилам. Этот сорт в их честь. Еще одна очень необычная новинка. Этруско. Этруско. Смотрите, какие лепестки. Какие-то раздвоенные. Какая-то полугвоздика, полухризантема получается. И такая же есть еще в белом цвете. Том Пирчи. Смотрите, какой цвет. Как огни. Сорт Резиденс. Такие красивые шарики. Называется Creamest White. Это просто бомбическая пурпуровая луна. Вы только на это взгляните. Бомба просто. Это мой фаворит. Второй. У меня теперь уже... Теперь два фаворита. Вы смотрите на эти кудряшки. На это сочетание цвета. Они идеальны. Обожаю. Кто со мной, ставьте лайк. Сорт Зивено. Зивино, не знаю, как правильно, но, в общем, смысл вы поняли. Очень красивый такой яркий, насыщенный сорт Василий Лановой. Красивый сорт Диана, такой нежный, прям как крем.
кстати, да, Диана, всем привет. Табличку рядом не нашла, но на вид очень мне понравились. Юля, хватит, надо Яну забирать со школы. Пойдем уже голосовать и я поехали. Взрыв мозга проходит, не могу оторваться. Ну и давайте напоследок я вам красное знамя покажу. Вон, смотри, там какие бутоны. Плотненькие такие шарики. Нет, давайте еще вот феникса вам покажу напоследок. Вот не могу оторваться, слушайте, народ, это вообще, это как наркотик какой-то, эти цветочки. Хочу Юлю за уши не оттащишь, уже похолодало даже. Я сама в шоке, честно. Давай, голосуй. Поехали. Поехали. Я буду голосовать так же, как и ты. Ха-ха-ха, повторюшка-хрюшка. Ну, потому что я не смотрел на них, я снимал. Крупноцветковая, значит, у нас будет. Аленка. Аленка? Аленка Салмон. Ага. А принцесса, а вот мелкоцветковая, кстати, я не знаю, относится ли пурпуровая луна к мелкоцветковым. Ты у меня спрашиваешь? Да, но я напишу. Очень мне понравилось. А вот дайте мне хризантеми, я не смогла без тебя выбрать. Хочешь, пошли выберем. Нет. Ну я уже замерз, нет? Все, поехали, надо Яну забирать. Друзья, кому понравилось это видео, поддержите его лайком. Обязательно поделитесь этим красивейшим видео с вашими друзьями. Пусть все увидят эту феерию, да, цветов. Так как не все могут приехать осенью. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами на нашем канале Крым глазами местных. Мы очень сильно старались показать вам всю эту красоту. И огромная большая благодарность сотрудникам НБС за эту проделанную работу. Как всегда, да, они самые крутые, они очень большие молодцы. И спасибо вам за очень красивую беседку на набережной. Потому что я знаю, что это НБС подарил городу такое красивое украшение. Да, я сейчас ее покажу в конце видео. Не переключайтесь. До новых встреч.